Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Сегодня это видео я решила посвятить немного печальной теме, а именно своему неудачному заказу с известному многим интернет-магазину New Dress. Итак, если вам интересно узнать, что же пошло у меня не так, то оставайтесь со мной. Я думаю, это видео получится коротеньким, потому что вещей я заказала не очень много, их буквально у меня 3 штучки, но, признаюсь честно, они были желанные, пока я их ждала, я верила в то, что мне они настолько сильно понравятся, что я их практически не буду с себя снимать абсолютно. Давайте начнем с той вещи, которую вы уже видите на мне, это свитер вот такого вот красивого бежевого, точнее, даже я бы сказала, такой оттенок крем-брюле. Если честно, уже давно хотела себе именно такой новенький какой-нибудь свитер, вот такого вот красивого, нежного телесного оттенка, потому что, ну, если честно, белый он слишком выделяющийся, какой-то взять цветной мне не хотелось, потому что у меня есть, а вот классического бежевого свитера у меня как-то так получалось, что не было в моем гардеробе, потому, когда я увидела на сайте этот свитер, думаю, о, отлично, еще и цена на него, по-моему, была такая, знаете, вот прям, что называется, вот прям клади в корзинку, не задумываясь. По-моему, около 6 или 7 долларов он стоил, ну, с учетом того, что там доставка, по-моему, платная, ну, выходило там, в общем-то, не сильно дорого в любом случае, но в общем. Выглядит он, как вы видите, вот таким вот образом. У него здесь длинный якобы рукав, то есть классический бежевый свитер с вот такими вот узорчиками с лицевой стороны, и со спиной он выглядит просто как обычный свитер. Он вязаный, это полностью синтетика, если не ошибаюсь, это акрил, и из минусов это то, что он мне мал. Я думаю, вы это уже видите по рукавам. Они мне коротки, и потому я могу этот свитер носить только подкатив немножко рукава. Ну и что касается длины, тут все тоже очень печально. Вот его максимальная длина. То есть она слегка-слегка прикрывает мне пупочек. Но тут стоит отметить, что это не короткий именно свитер, а тот, который, по идее, такой, знаете, безразмерный, уютный, большой, согревающий вас в холодную зиму. Поэтому, девчонки, кто высокие, у кого такие же длинные руки, как и у меня, на этот свитер можно даже не заглядываться, потому что, ну, это просто деньги на ветер, что называется. Но, кроме того, я вот сейчас сижу буквально, наверное, сколько, минут 15 записываю. Честно, мне настолько неуютно в нем сидеть, он колючий, он где-то там мне почесывает, где-то там что-то мне покалывает, и, если честно, ну совсем неуютно в нем сидеть. Я, знаете, даже когда садила записывать видео, еще думаю, этот свитер, в принципе, один из немногих, который более-менее еще удачный оказался, но вот сейчас сижу и понимаю, что нет, ни черта он неудачный. Следующий свитер, который я заказала, прям-таки вызвал у меня слезы, когда он ко мне пришел, потому что я вот прям-таки хотела его носить и ждала его как никого другого, как парня с армии, в общем. Если честно, я не могу, наверное, найти нормальный свитер с оленями уже года так два. То у меня размер не тот, то у меня плечи жмут, то у меня опять он какой-то короткий, то сочетание цветов не то. В общем, что-то мне постоянно мешает купить свитер с оленями, я не знаю что. И, в общем-то, в очередной раз мой заказ оказался неудачным. В общем, покажу вам его. Свитер, конечно, просто обалденный. Вот именно в плане, как он выглядит, мне он нравится. И я бы его носила, если бы не одно но. Он мне настолько мал, что у меня едва пролезает вот в горловину голова. Рукавчики тут, как вы видите, они якобы длинные, но, естественно, они мне доходят как минимум до локтя. Сам по себе он, конечно, жутко короткий, и одним словом носить я его не смогу. Хотя, опять же, на сайте он представлен как и тот свитер, который он показывал сейчас. То есть он именно идет как обычный классический свитер, который вы можете надевать под что угодно. Я тут умру, пока запишу вам видео. В общем, и последняя вещь, которую я заказала, она, в общем-то, была добавлена в корзинку как бы заодно. Не сильно я хотела заказывать, но думаю, ладно, попытаю удачу, вдруг что-нибудь интересненькое придет. В общем-то, вещь тоже, конечно, не зимняя и даже не весенняя. Это уже такой, по большей части, летний такой вариант. Обычного классического платьюшкого. Очень простого, очень лаконичного, серого цвета. Надеялась я, что, заказав его, я смогу его сочетать с различными леггинсами, какие я это люблю делать, добавить там какой-нибудь пиджачок, какую-нибудь кофточку, кардиганчик. В общем, надеялась я, что придет мне какое-нибудь платьишко, которое будет хотя бы прикрывать мне попу и, в общем-то, на мне неплохо смотреться. Но в итоге пришло мне вот это вот чудо. Вот не знаю, лучше бы они, конечно, мне такой свитер прислали. Вот правда, вот серьезно. Вы просто посмотрите на этот размер.
Носить его, в общем-то, можно, но длина платья не позволяет это делать мне и другим высоким девушкам. То есть, как вы можете понять, оно прям-таки, ну, серьезно, оно прям слегка-слегка прикрывает попу, малейший ветерок и все, конфуз. Рукава здесь сделаны вот таким вот образом, то есть они обычные, это не 3/4, и здесь вот как бы на кончике они немножко как бы завернуты. Все это дело, конечно, мнется, это видно, но, в общем-то, легко, мне кажется, гладится. Ну и кроме того, если вдруг стесняшки у вас, оно достаточно прозрачное, потому носить его самостоятельным образом просто невозможно. Что больше всего обидно, это то, что вот эти вот две вещи, по крайней мере, которые свитер и второй свитер, были заказаны по отзывам других девчонок, которые уже ранее заказывали. И вот уже в очередной раз я ловлю себя на мысли, что мне не подходит смотреть эти видео, потому что многие блогеры у нас на YouTube очень маленькие, миниатюрные, красивые девушки, практически дюймовочки, практически эльфики. И нам вот таким вот великанчикам, конечно, слушать эти видеоотзывы не совсем что ли разумно и не совсем что ли практично. Но, с другой стороны, мой неудачный заказ стал поводом для съемок полезного видео для вас, по крайней мере, для таких же высоких девушек, как и я. Знаете, вот такие вот свитерочки, которые я заказала, скорее всего, на вас будут маленькими. Если что, в описании под видео оставила ссылки на все эти вещи. Вдруг вам, конечно, там что-то приглянется, может быть, вы присмотрите себе что-то другое. Радует меня то, что эти вещи не будут лежать мертвым грузом у меня в шкафу, а уже один человечек близкий мне присмотрел их для себя. Они ему очень понравились, ну и будем надеяться, что он их будет носить, пока не сносит до дырочек. Я, в общем-то, да, буду на этом с вами прощаться. Как всегда, всем желаю удачного дня, хорошего настроения, отличных вам заказов с интернет-магазинов, и всем пока-пока-пока.